Здравствуйте, с вами канал I Like Pet. И в этом ролике мы расскажем про кошку, которую часто называют существом с другой планеты. Про породу Devon Rex. Изящно сложенное туловище среднего размера весом от 2 до 5 килограммов, большие уши, низко посаженные по краям широкой головы в форме сердца и невероятно большие глаза. Таковы отличительные черты Devon Rex'ов. Впервые об этих кошках с нестандартной внешностью заговорили в Великобритании в 60-х годах 20 века. А у них такая есть легенда, сказочное происхождение, что котенок Кирли нашелся в шахтах графства Деваншир. Он такой ушастый, смотрите, какие у них уши, вот как песчаная лисичка. Смотрите, песчаная лисичка. Вот. И курчавость вот эта вот. По характеру эти мяукающие представляют собой нечто особенное, нетипичное. Часто говорят, что Devon Rex – это что-то среднее между кошкой, собакой и маленькой обезьянкой. Devon Rex – активные и общительные животные. Они постоянно стремятся к тесному контакту с человеком и очень хорошо поддаются дрессировке. Они очень активные кошечки, очень ласковые, умненькие, понимают 300 слов. Они могут даже апорт носить. Бумажечку, фольгу кидаете, и все, они приносят опор. Можно научиться. Вот это кушают хорошо. Да, роял конин. Очень любят играть. Они так переживают, от одиночества страдают. Да, такие кошки социальные. Их в основном берут люди, кто одинокий или у кого дети. Devon Rex не требуют особого ухода, однако обязательно необходимо следить за тем, чтобы питание представителей этой породы было сбалансированным. Devon Rex склонны к перееданию. Владельцам кошек этой породы также стоит помнить о том, что большие глаза Devon Rex нуждаются в постоянном осмотре и очищении от загрязнений. Стоит позаботиться о том, чтобы в аптечке всегда были кошачьи капли для глаз. Особенное внимание стоит уделять и ушам Девонов, которые раз в неделю обязательно нужно чистить. А вот шерсть у Devon Rex мягкая и короткая, поэтому эти животные не нуждаются в частом расчесывании. Кроме этого, они практически не линяют. Ухаживать несложно, они сами вылизываются. Если только запачкаться там где-то, может быть, они друг друга там кашей выпачкают или что-то. А так они очень чистенькие, сами ухаживают. Но сейчас котята маленькие, их еще мама вылизывает. А так мы купаемся по мере загрязнения, не знаю, раз в год. Но некоторым нравится купать их. Есть у меня другой котик, Джон, он очень любит плавать. Прям кидаешь игрушку в воду, и он с ней играет в воде, уже воды по грудь, он играет. Вот такие вот бывают экземпляры. Средняя продолжительность жизни представителей породы Devon Rex составляет от 12 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!